И тут Сергеем овладело какое-то странное чувство. Чувство узнавания. Неожиданно, даже для самого себя, он схватил мощью святого и вгрызся в нее молодыми крепкими зубами. «Что ж ты делаешь, блядун?» Поп Фомка ударил богохула гурмана в ухо. Сергей взвизгнул и кинулся наутек на всех четырех руках. Иссохшую кисть он крепко держал в зубах. Полицейский выстрелил, но попал не в удирающего богохула, а в какую-то бабулю, которая тут же на месте отдала Богу душу. Обстановка явно выходила из-под контроля, поэтому инцидент решили замять. Труп бабули уволокли в подсобку, а украденную Сергеем мощи тут же заменили другими, менее мясистыми и соблазнительными.